Вопросы цифровизации архивной отрасли обсудили на полях Международного форума архивистов, посвященного 25-летию закона о Национальном архивном фонде и архивах. В таком формате казахстанские и зарубежные ученые, представители архивного дела и общественники собираются ежегодно. Цель встречи – обмен опытом. К примеру, коллеги из Узбекистана рассказали, что стремительно переходят на электронный документооборот. IT-технологии упрощают процесс выдачи копий документов. В Казахстане действуют 229 государственных и спецархивов. В них хранятся почти 27 миллионов дел. В сфере трудятся свыше 3000 человек. 20 из них наградили за успешную работу. Комитет по делам архивов организовал данный форум. Во-первых, чтобы здесь показать свои результаты работы. Ну, скажем, за период независимости, за тот период с принятием закона, во-первых. Во-вторых, значит, коль это праздник и юбилейная дата, значит, поощрить тех архивистов, которые достигли значительных успехов.